О том, что происходит в социальных сетях Ноябрьской, не только расскажу прямо сейчас. Жара. Жара, говорю. Держитесь в тени горы. Что встали, бегите! Северяне постепенно привыкают к лету, к тому, что оно может нам подарить. Начали с желудка. Ведь как давно мы мечтали о сочных фруктах. Настоящих, а не каких-нибудь там пестицидных. Купила арбуз. Смотрите. Ужас. Пленкой. Пленкой, ужас. Эх, рано обрадовались, но ведь все знают, здесь, на севере, любой вещицы применение найдется. Так что и арбуз, даже такой голый, есть куда пристроить. Тынька, арбуз, тынька, арбуз, тынька, арбуз, тынька, арбуз. Делаем деньги, дарим вам вкус. Срежу ножом я сочный арбуз, красный мякоть, сладостный вкус. Все это тынькой я закушу. Ой, как мне плохо, я сейчас взорвусь. Да зачем вам эти арбузы? Мы же северяне, нам мясо нужно. Поэтому даже ямальские коты активно готовились к летнему сезону. Рецепты новые изучали, не то что мы. And it's got an electric ignition. And there it goes, it's working. These will run off of either propane or map gas. А еще лето – это, конечно, пляжи и плавание. Северяне решили не отставать от традиций и тоже отправились к водоему. И не беда, что вода холодная. Главное – одеться потеплее. Ты добровольно это делаешь? Да. Сам хотел? Заставили. Ныряй. Быстро. Что-то отключилась, Серега, камера. Весны на севере не было, на лето мы не надеялись, поэтому многие решили и не худеть к нему. Шерман, ты выглядишь сказочно. Но теперь, когда все резко изменилось и до отпуска осталось всего пара недель, северяне в турборежиме решили привести себя в форму, хотя бы бегать начать. А в этом деле, как известно, не обойтись без партнера. Братан, знаешь, что подумал? Давай начнем бегать по утрам. Слушай, отличная идея, я давно хочу начать бегать по утрам, но мне не с кем. Ну так давай завтра вместе бегать, Руслан. Отлично, давай в 8 утра завтра начнем. Ну все, договорились, завтра в 8 утра. Ну что, ты идешь? Да, братан, я уже второй кроссовок одеваю, скоро выходить буду. Хорошо, братан, я уже здесь жду тебя. Дим, ну ты где? Я уже полчаса тебя жду здесь. Да, да, я уже все, готов выходить сейчас, на пороге стою. Да, братан. Дим, да блин, ты где? Все, я вот уже на такси еду, сейчас скоро буду. Да, 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 все, жди. Утренние пробежки иногда становятся больной темой не только для ленивых людей, но и для тех, кто здоровому образу жизни не изменяет. И вот на площадке спортсмены, суператлеты, вот так вот бросают за собой бутылки. Наверное, очень сильно устают. Прекрасно, что все чаще и чаще люди начинают думать о том, какой вред приносит экологии. На Ямале заботе об окружающей среде всегда уделяли большое внимание. Северяне готовы даже жертвовать собой, чтобы сберечь воду. Ты посуду моешь? Да, она так всегда моет. Да, человек, ты понимаешь, сколько воды из тебя уходит просто в бездну? Эх, всем нам рано или поздно приходится чем-то жертвовать. Вот, например, некоторые дети каждое лето жертвуют свободой. Кажется, все мы уже знаем, кем себя чувствует эта девочка, когда пожимает руки детей за решеткой.
люди, как люди, а я суперзвезда. Был Ноябрьск в соцсетях. Свои видео и фото присылайте в нашу группу ВКонтакте. А также не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые выпуски. Увидимся очень скоро.